Всем привет, друзья и подписчики канала. Долго меня не было. Увлекся я немного лепкой. Две фигуры слепил. Сейчас пока надо делать диорамы. Точнее, доделывать на конкурс. Попробую успеть диораму. Сейчас по ней будет цикл роликов. Но сейчас не об этом. Очень много меня спрашивало людей, из чего я леплю и где я это покупаю. Лепил я из Fima Professional. И сейчас решил заменить эту вот на такую вот вещь. Суперскальпи Medium Blend. Это смесь двух суперскальпи. И, как утверждает производитель, это нечто среднее между жесткой глиной и мягкой глиной. Попробую полепить, но я так немножечко уже экспериментировал здесь вот с уголком. Сказать честно, она гораздо приятнее, чем Fima Professional, по одной простой причине, что она имеет такой бархатистый немного, такое тактильное ощущение, немного бархатистое, мягкое, легко разглаживается, то есть буду пробовать лепить из суперскальпи. Как это может пригодиться нам в моделизме? Из этого можно сделать абсолютно все, что угодно. Посуда, мебель, какие-то там картины, подсвечники, да все что угодно абсолютно. Лепится как обычный пластилин, вот у меня Fima Professional осталось немного, то есть лепится как обычный пластилин. После запекания становится что-то сродни пластику, немного помягче, более резинового какого-то такого формата. А в этом магазине я заказываю уже второй раз. Заказал пока вот такой вот наборчик. Кстати, копейки, вот это все, вот это буквально копейки. Игла, три дотса разного размера. И гладилка. С одной стороны гладилка, с другой стороны что-то сродни шпателя. Заказывал я это все в магазине Пластилинкин. С магазином я не сотрудничаю. То есть, почему я это видео делаю? Потому что, может быть, есть такие же, как я, которые будут долгое время сидеть и в надежде, что они найдут какой-либо магазин с полимерной глиной, там еще с чем-то, неважно. Чем этот магазин мне понравился? Тем, что при заказе там, я не помню точно, от 500 или от 550 рублей, не суть. А при заказе от 500 рублей доставка по России в случае предоплаты. Я делаю это с помощью банковской карты от Сбербанка. Доставка бесплатная. То есть вот это меня подкупило. Еще плюс у этого магазина огромный выбор глин всяких разных. Ну, я особо в этом не разбираюсь. Именно в глинах таких, как вот самоотвердевающих, потому что ими я работал вообще крайне редко. Если вдруг кто-то ищет, ну, у кого-то нет шаговой доступности, допустим, магазин Леонардо или подобных для творчества, где можно найти, в Пластилинкине, я даже не знаю, сколько там глины, но там, начиная от сонета и заканчивая вот одними там самыми дорогими. Помимо глины там есть лаки. То есть все, что для пластики, все там есть. Вот это вот, на чем сейчас лежит, это все, это вот такой вот листик Фоамиран. Очень удобно в плане чего. Это как фон использую для фото, особо свет он не отражает. И очень приятно. Ссылку я оставлю тогда, кому, если вдруг что-то, заходите, смотрите. Единственное, вот такая вот фасовка, да, 454 грамма в моделизме, ну, это очень много.
в моделизме вам явно такая фасовка не пригодится, поэтому если для нужд таких, как посуда, всякие печки и прочее, то лучше брать, конечно, FIMA Professional, потому что у FIMA фасовка идет 85 грамм. И стоит 200 с чем-то рублей, там, ну, тоже, то есть в модель, для модельного сообщества 200 рублей, это, я не знаю, это мелочи. А вот такой брикетик стоит 1200, по-моему, я потратил. И вот этого хватит, ну, я не знаю, на фигуру, на две нормального такого размера. Если видео вам показалось полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на новое видео. Всем пока!